Опа. Привет. У нас... Эй, почему у нас один сюрикен? Что-то не сохранилось, что ли, не помню. Я ж тот раз там... Самое, перестал записывать, помните? И вы, конечно, помните. Все, сдох. Да ёб твою. Пожалуйста, ай. Ты, сука, какой что уродливый. Засранцы. Только начал играть, уже все. Началось, блин. Так, и на какой у нас цифре теперь это стоит? Так, молоток чиним. Или нельзя починить, что-то я не понял. Так, заходим в инвентарь. Так, изменено. Ладно, пока не будем. Вместо... Давайте, что у нас тут? Урон меньше всего 56. Ну, давайте вместо вот этого пока что. Поставим винтовку. Сколько тут патронов-то? 17. Маловато, конечно. Так, этого осмотрели. Блях ты, муха. Так, патронов нет нигде. Ладно, тогда будем вот этой штучкой долбить. No one inside. They took Zera and drove away. Ну ладно, придется идти за Zera. А где? Надо, наверное, выйти отсюда. Shit. А выспаться-то можно, нет? Сейчас. Сюда сейчас добежим. Сука, нельзя. Да химми, химми, слышу, слышу. Поспать бы не помешало. Так, навыки. Начнем с ловкости, или что-то такое забыл. Так, узнаете, как самодельно... Чё со смыслом делать гранат 4, типа обычный... Круто. Здорово тоже. Так, это что такое? Более длительные действия. Так, научитесь лучше ремонтировать. Ремонт оружия не всегда будет расходовать ячейку ремонта. Научитесь создавать щит и использовать его в бою. Не. Давайте вот все-таки вот это. Да, насчет ремонта, мне кажется, хорошая идея. Ну, конечно, не знаю. Ну, в общем, посмотрим. Так, здесь у нас. Когда используется знаток БВ, ваша выносливость увеличивается на 25%. Это. Так, на 25% выносливости. Ну, давайте. Попробуем. Так, и сейчас быстро загоним, заходим в магазин. Так, что можно продать? Продать... Чё-то ничего вроде нельзя. Ну, в принципе, молоток, сколько он стоит? 132. Вот это не надо. Вот изменить его. Продать, точнее. А... Дальше. Нож-крюк 57, а это 21. Ключ. Продать. Дешевый какой-то он. Так, дальше. Так, что еще можно продать?
Обращение, прочность. Прочность 36. Пока продадим. Выкупить можно, даже купить. Что купим? Ну давайте. Не, давайте сначала посмотрим, что можно сделать. А, отмычки сколько у нас? Ну, по-любому сделаем. Взрыв пакеты. Инвентарь. Сколько у нас? 17. Вроде пока нормально. А, ракеты сюрикены. Ну, надо бы, наверное, сделать. Ой, стоп, это же не то. Ну да, да, все правильно. Коктейль Молотова. По-любому. Давайте еще один сделаем. А, дальше. Пока все, наверное. Аптечку можно купить. Наверное, да? Или сколько у нас их? Как узнать? Подождите, инвентарь. Просто нет их. Ладно, давайте купить. Где аптечка? Вот. $100. Купить и... Все, больше нельзя. Так, а отмычек у нас сколько? А вот отмычек хрен знает сколько у нас. Нормально. 4 аптечки, значит. Так, сейчас поспим. Пофиг на доктора, да, надо поспать. О, вот и утро наступило. Ура, ура. Так, печь сейчас спустя. Reckon there's no apologies necessary. And don't worry, I'll bring Zara back in one piece. Just be careful, okay? And I'm sorry about Raheem. I know you were close. Hell, I love that stupid kid too. Так, сейчас кое-что я забыл. У нас тут сюрикен один, великолепный какой-то урон. Надо поставить вот эти пока что. Вместо этого. Потому что у нас мало их. Тех сюрикенов. Какие-то враги, что ли, не пойму. Нам далеко перейти достаточно. Ладно. Сейчас по-бурому. Вау, полегче. Цыплямбы делаем. Вау, есть. Так, открываем. О, а, клинок. Я думал, металлические детали. Вот это можно было слить. Так, что у нас тут? Патронов, интересно, мне можно было купить, как вы думаете? Блин, что-то надо починить. По-любому вот это. А что нельзя починить-то? Что-то не хватает, что ли? Давайте что-то починим. Блин, как мало-то у нас всего. Так, а, не, ну ладно, это пока ставим. Значит, это чиним. Это чиним. Вроде все, да? Ништячок, что я могу сказать. Ладно, вот с этим пойдем. Так, ну что, идем дальше. Блин, я эти места уже все знаю, между прочим. Да знаю, я уже иду, что ты такой, это самое, суетной-то, бляха-муха. Валим. Блевуны всякие. Вот так уворачиваемся, уворачиваемся. Таким вот образом. Сюда. Тут безопасная зона. Блин, тут магаз где-то есть. Нет. Там магазин. Так. Вот, здорово. Мне вот это тебе надо продать. Так, и патрончиков у тебя нету как-то? Топор. Что такое? Чертежи. Ладно. Пока. Пока ничего больше нам от тебя не нужно. Не нужно, друг. Так. Здесь самое главное уметь карабкаться. Вот дохрена этих зомбарей. Валим.
Ёб твою. Ага. То у чувака, наверное, патроны есть, как вы думаете? А где он, ёб твою? Не понял, а где он? Вон там, так. Твою ты дивизию! Бегом отсюда. Ой, ёп, сколько же здесь, а? Вы только посмотрите. Как же там чуваку-то пробраться? Вообще, где он? Я его даже не вижу толком. Чё, сопляжу, не можете через забор перебраться, да? Пожалуйста. Есть. Опа, вот это опасно. О, нет, нет, нет! Блин, капец. Все ограждено. Огорожено. Хотя бы сюда. Капец. Я хочу туда попасть к нему. Где эта тварь? Так. Так. Блин, да где это, урод этот? А, это, блин, ясно. Я думал, это тот с оружием, который... Сейчас подлечимся, мальца. И бегом отсюда. Бегом, бегом. Только не останавливайся, пожалуйста. Все, бегом к Зеро, срочно. Ты отвлекся. Так, чуть-чуть отдохнем. Тут оббегаем этих тварей. Я уже, ух, примерно знаю... Как с ними обращаться? Кстати, машины можно было повзламывать, но сделаем это как-нибудь в другой раз. Так. Сделал я это, ну, в смысле, забрался для того, чтобы... Как сказать? Немного облегчить себе задачу, не нарваться на монстров. На зомбарей. Груз отобрали. Что же это значит? Ой, не смешите, я не смог забраться. Только не смешите. Какого это хрена было, бляха-муха? А, взрывоопасная тварь. Гаррисон shut down. The doors are sealed off. I don't think I can get in. Бляха, лаги какие-то ссаные. Проверь заднюю. Зеро, видимо, наверху там, видите, обозначен. Все среди нормально, без лагов. Когда как? Здесь что ли сзади или что, я не понял? Где сзади-то? Здесь, походу. Хм. Понятно. А может быть... А, типа они не будут меня встречать, естественно. Значит, будем к ним забираться потихоньку. Ну ладно, погнали. Да, вот тут даже видно. Окей. Я нашел выход. Не могу сказать, что это было легко, но... Я иду в... Просто держи глаза открытыми. Удачи там. Как вы думаете, куда лучше? Туда надо? Или все-таки вот сюда? Какие у вас идеи? Я думаю, почему-то сюда. Пожалуйста, не надо меня замечать. Ребятушки. Пец. Anybody here? Так, осторожненько. Не привлекаем излишнего ссаного внимания. Все заметили, вот гады. Так, куда нам сейчас-то?
сюда. Оу, oh, yeah. Слушайте, а тут вот не знаю, сможем ли мы забраться? Чё-то подозрение у меня странное, что не сможем. Блин, опасно, реально, я чё-то даже... Слушайте, я не знаю, мне кажется, мы не сможем. Давайте здесь посмотрим. Ну, тут по-любому не сможем. Может, как-то вниз спуститься? Да, мне кажется, нет. Что вы думаете насчет этого? Нет, туда-то явно нам не нужно. Все-таки. Так, сейчас посмотрим. Так, ну здесь-то ладно, мы забрались. А, мы оттуда прыгнули, наверное, да? Да, мы оттуда прыгнули. Так, со звуком проблемы. Сейчас, секунду, подождите. Так, короче, я понял то, что при записи у меня, видимо, такие проблемки со звуком. Ладно, так, давайте. Можно, в принципе, их из винтовки расстрелять. Как вы думаете? Что вы думаете насчет этой идеи? Неплохая идея, я считаю. Ну ладно, давайте пока посмотрим. Блин, я просто думаю, нужно ли нам вообще туда. Я просто не вижу других путей. Ладно, я думаю, это единственный способ. Сядь ты прямо. Есть. Ну, а дальше ты чё, ёп? А, вот сюда, да. Это уже очевидно. Сука, давай, садись, не пугай меня так. Вау, вау, вау. Ну, в принципе, можно и сюда. Я вообще не сюда хотел. Тут веревочка. Можно было отсюда, наверное, забраться. А я крюк такой навернул. Ладно, бывает. Здесь лестница. Так, наверное, стоит подлечиться перед тем, как подниматься по ней. Просто быстрее, ё-просто-то. Так. Мы их будем видеть через стены? Похоже, нет. Ладно. О, чуть не улетел туда. Ладно, не хочешь так, будешь так. Да ты тварь. Да упади ты уже, сука. Капец, смотрите, какой он крутой, а. А чё же, не так круто? Чё, не нравится гореть, да? А вот так. Не понял. Вау-вау, чё такие лаги у меня? Реально, капец. Блин, если б не лаги, я бы, конечно, метко всё попадал. Послушай, так, 78 урона. А у нас здесь сколько? 56. Берем, конечно. Так, это точно эта штука? Да, берем. Топор. О. Но она не такая, может, мобильная. Ну ладно. О. Больше никого нет, как вы думаете? По-моему, есть кто-то. Вау, кувалда, 68, не. Ладно, вроде никого нет, давайте. Так. Не понял. Вау-вау-вау, полегче. Всё, нормально. Получилось, друзья мои. Офигеть, составная бита. На что же нам поменять-то ее? Так, у этой обращение 113, а у этой сколько? Как выглядит обращение у нас? Обращение, ключик такой нарисован. 60. Я предлагаю, знаете, что сделать? Я предлагаю вот этот пока убрать сюда, а это взять. Вот это тоже. Естественно, что же еще. Так, секунду. Так. Ладно, идем дальше. Так, что за фигня? Оу. Как бы он меня запалил уже. Идет сюда, идет, идет.
Сучары, а. Воу. Да бляха, муха, да это невозможно. А, упал. Голову, давай. Полегче. По-тихому сейчас посмотрим тут. О, это круто, ключевочка. О, нормально тут так дают, я смотрю. This is Io speaking. You know the drill. Get to the nearest safe house and wait until dawn. Да, уже темнеет, между прочим. Good luck. Так что за Зеро побежим по темноте, если, конечно, его не прибили. А, ну все с ним. Нормально. 80 урона. Блин, какие охрененные тут у них штуки, я заметил. Инвентарь. Чё-то пониже 80. Вот это давайте. Это оставим, вот это берем. Сюда и берем. Вот это вот. Во. Во, охренеть, серп. И мобильный какой, а? Так, а нам куда хоть? Так, здесь не пройдем. Ладно, давайте быстрее уже. Наверное, куда-нибудь сюда. Да, я уже вижу, вот. Вход. Можно было, конечно, получше поискать. Там все, обсмотреть. Так, все, пробел нажимаю. Train here. I could really use some GRE support right now. That's too bad, Agent Crane. This is the Ministry of Defense. The fuck? What the hell's going on? What happened to the GRE? The Global Relief Effort's position here has been diminished. We are in charge now, and we have declared Harran a Code 1 target zone. Wait. Just hang on. You can't just carpet bomb this place. There are still hundreds of innocent people in here. Maybe thousands. Irrelevant. Doing this to protect billions of lives. Surely you can understand that. Okay, just listen. There's this scientist in here named Zera, and he's been doing research on a cure, and he's really close. I've seen the research. If you bomb the city, acknowledged. The chances of one scientist in a wrecked city coming up with useful results are negligible at best. But you have 48 hours. Так, у нас какие-то тут метательные ножи интересные. Давайте посмотрим, куда они ставятся-то хотя бы. Так. Военный метательный нож. На ультрафиолетовый фонарь. Оу, наверное, мощный. Но будем использовать пока что сюрикены. А, сюрикены. Сюрикены, говорю. Не слить бы это все в магаз. Сигареты тоже сальем, магазик. Курьяги, а? Посмотрите, сколько тут всего, а. Вот это круто. Блин, да сколько тут всего-то. Кофе. Химикаты. Шовый ключ. На крайний случай, блин. Так, бегом. Бегом, бегом. Бегом. Не туда, куда-то я побежал. А, вот. Ну, тогда, если нас готовят к лифту, значит, сейчас посмотрим. Ну, как я это все пропустил-то, богатство? Посмотрите. Доллары. Главное, чтобы нас ничего это не забрали. Ну, по-любому не смогут. Какие мы крутые, а? Все, идем тогда. Называем кнопочку. Нажимаем кнопочку. Shit, it's broken. Maybe I could pry it open. Давай. Жму, жму, жму. Нажал. Наступает ночь. Да мы в укрытии, в принципе, пока что. And we're in. Надо было, кстати говоря, наоборот, пойти к Зеро, а потом как раз к утру бы пришли.
чувак идет. Упс. Так, я не хочу, чтобы он меня запалил. Руби его, бляха-муха. Блин, не люблю людей так рубить. Да умри! Проще зомбарей, легче. Ну как-то получше все-таки зомбарей, чем людей. О, кстати, надо было этот метательный использовать. Испытать. Все, 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 все. Здесь у нас что? Полицейская дубинка. Че она такая слабая? Составная бита. Но она мобильная очень. На серп. Да ладно, насрать вообще. Кстати, мы можем что-то нацеплять друг на друга. Я забыл совсем еще. Сейчас. Вот, шокер, сварщик, ядовитое перо, тупая травма. Давайте яд бегуна. Давайте ошейник с шипами. Сварщик. Огонь, шокер. Яд. Давайте, я не знаю. Да, пока ничего не будем. Ладно уж. Куда нам сейчас? Нам, я так понимаю. Нет, нам не сюда. А, вот сюда, наверное, куда-то, да? Тоже не сюда. Значит, наверняка точно уже вот сюда. Сука. Да, вот я лох. Да чё это такое? Да чё это такое? Да меня сейчас завалят! Капец! Ребят, ну ёб твою. Какого члена это было, бляха-муха? Пипец, и откуда, блин, начнем? Бесят меня эти контрольные точки. Они тупые немного. Яма. Я оттуда пришел, да? Бляха, ты муха, я уже заблудился. Сюда, что ли? Да ёб, ну где я вот, скажите мне, я даже не пойму. Нам туда. Я сюда. Так, я здесь. Сука, я даже еще не в лифте, что ли, не пойму. Блин, да шикарно вообще. Чуть не упал. Обалденно, могу сказать даже. В принципе, тогда можно использовать горящий вот этот молот. До свидания, бляхмуха. Where are you, old friend? Сука. Все, сдох. Да, наконец-то. Тварина. О, тут аптечку по-любому. Как голь, блин. Медикамент. Ну, спирт все-таки, да. Что-то в этом есть. Ладно. Брекен, I couldn't find Zara inside. The building looks empty, though. Чё? О, вот сколько патрон. Для пистолета вообще-то, по-моему, написано. Все, идем дальше. Батарейка какая-то ссаная, бляхмуха. Это взлом уже. Полегче. Ха, не так-то и трудно. Относительно, конечно же. Так, быстренько берем. С собой взяли и все. Все, и бегом отсюда. Так, вот это еще. Да не, давайте уже дорасходовать будем вот эту, например.
Так, Blue Banner сюда. Не понял, тут что-нибудь там, вроде все. Ну, значит, здесь пусто, наверное. Ёб твою, посмотрите. Идите сюда, голубчики. Ребятушки, вы где? Ёб твою. Я даже не стрелял. Это он им скажите, что мутантов привлекает. Где? Где, где, где? Я их не вижу. Кто просто... Там же кто-то. Да сука, да кто палит? Вы видите кого-нибудь? Оттуда кто-то. Кто-то. Так, вот тут крыса засела. Нормально, с одного, в принципе, почти. Очень реалистично тогда получается. Так, давайте попробуем металлические вот эти. На кого-нибудь. Насколько... О, ну-ка. До свидания. Летел. Голубчик. О, ну-ка головку. Просто патроны прям экономят. Экономить охота. Зачем? У меня две, что ли? Я не пойму. Или чё? Почему подобрал? Да, ну продадим тогда в магазине. Если что, будем выкидывать. Хотя, мне кажется, получается уже 4 оружки. Получается, если на этой патроне закончится, что, ну, другой, что ли, появится? В смысле, другую возьму. Проклик. Вот пачки. Не понял, где? А, вот. Уходи. А, подожди, так реально проклик. А я тут думал, он зажимает. Боеприпасы. Сучары. Почему они будут бегать? Все, я могу теперь бегать. Пробей ему чертову башню. С бедра прям. Кашу дико что-то. Моя нужна. А тут прям проклик зажимной прям такой хорошенький. Нормально. Кстати, аптечки-то можем сделать, нет? Да, делаем. О, oh, е. Yeah. Все. Всегда так, блин. О, здорово. Blackstock, it's me. Crane, thank God. Listen, this is important. I'm not safe anymore, obviously. But my research must not die with me. You're not gonna die, Doc, but right now we have to get out of here. So please, lower your voice. Oh, yes, all right. But understand, my research, it must reach Dr. Camden. That's why I gave the packages to Jade. I know you said you would deliver them, but she was there, and time being of the essence. Блин, кто свет вырубил? Я темноты боюсь. Оу, как так быстро? So, it takes no more than a false hope of rescue to loosen the good doctor's lips. Hunt the scorpion down, spare no resource. With pleasure. And these two? What should we do with them? You'll never find her. Never. And I'll never talk. You'll get nothing from me. I'm less concerned with making you talk, Doctor, than I am in preventing your escape. Sadistic fuck, he's an old man. Give the doctor some first aid. And take Crane to the beat. Что это было в конце?
Блин, саны, ты звук. Я достал уже. Хары пердонить, реально. Stand him up. Oh, shit. Doc. You come to us like a snake in the grass. Here, in a city of lies. You are the biggest liar of them all. Answer me, motherfucker! Yes. Lose control. That is what you Americans are so good at, after all.